В Кабуле прогремели два мощных взрыва, погибли по меньшей мере 40 человек, еще столько же получили ранения. Одно взрывное устройство привело в действие террорист-смертник рядом с офисом одного из местных информационных агентств. Другой взрыв прогремел у мечети на западе столицы. Ни одна из террористических организаций пока не брала на себя ответственность за атаки.